Эй. А что происходит? А что происходит? У меня танк едет сам. Что это? Так, стрим идет, интернет есть. Помоечка, ты чё, опять дудосят тебя? Как играть-то? Вот я повернул, смотри. И он повернулся. Так у меня проблемы? Вообще, меня не слушается помоечка сегодня. Боже, ну так еще не откручивали. Ну что такое? Ну как играть? Оно не едет, ничего не слушается. Вот не поворачивает. А все катают, смотри, все в бою играют, кроме я. Меня как будто гвоздями прибили. Да что делать? Ну, у меня задержка на отклик, наверное, в секунды две. Короче, мне нужно стоять и стрелять. Это единственное, что я могу сделать. О, вроде пошло. Сложно так играть-то. Хорошо, кстати, что не поехал. Там два типа этих бездумных ворвались. Так, все, танчик ожил. Приятно. Давай, знаешь, что делать? Давай не будем. Пойдем сервер менять. Тут картошка прогнила. Пора менять сервак, значит. Тут и играющие как насрано играют. И сервер что-то не фурочит. Так, сейчас на какой-нибудь другой пойдем. Новый сервер, новые глюки. Вперед. Господи, да что ты за игра-то, а? У меня танки просто не слушаются. Да ядрёна мать, это другой сервер уже. Задержка на реакцию, сколько? 5 секунд примерно. Обалдеть, я вот нажал вправо, секунд 10 назад уже, наверное. Она не поворачивает. Я так не нажимал, я просто нажал на легкий поворот. Ладно, встали. Нажал вперед. Автопилот прожат полностью, вон зеленые стрелочки. Господи, как в это играть-то можно? Сейчас я на поле выкачусь из этих лагов. Это будет кайф. Так странно, что никто в чате не пишет, типа, лагает. Ну, в игровом я имею в виду. Обычно же, типа, у вас тоже лагает, кто-нибудь напишет. Но тут может быть такое, что еще интеллект не у каждого разродился в чат писать. У вас лагает, напишу я. Так, написал. Сообщение в чате появилось спустя 2 секунды. Да, пишет, тоже лагает. Ну ладно, хоть я не один. Мне нужно подъехать, я боюсь, у меня сейчас танк даванет вперед. Я там рипнусь. Так, вроде просралось. Ну что, надо еще менять сервак. Надо найти какой-то нелагучий. Это же, ну, невозможно. Бебра Гейминг в своем репертуаре. Причем непонятно, почему лагает. Ну, вроде бы лагайдек постоянно. Оно лагает только в начале боя. Потом пара минуточек и больше не лагает. Как это понять? То я ни урон не могу набить, ничего, но это невозможно просто. Я танком не управляю.
У него тоже, наверное, лагает. Уже хотел над ним поиздеваться, что на таком-то танке и там стоять. Но, блин, на таких-то серверах. Еще поди куда-нибудь поедь. Он тоже, наверное, испугался, что у него залагает. И просто встал в ожидании. Вот опять не поворачивает танк. Вот я жму влево, он со второго раза только. Причем лампочка зеленая, да? Типа, пинг в порядке. Пинг 15-20. Лампочка зеленая. Какие-то бы индикаторы были означающие, что... Что-нибудь означающее, чтобы я мог сориентироваться и понять. Ага, лампочка красная, все, мы уходим с этого сервера, ищем еще какой-нибудь. Причем так смешно, игра такая через какое-то время выпукнула. Блин, он на ту сторону уже свалился. О, господи. Танк, поворачивай влево. Еду влево-вправо, влево-вправо. Одинаково нажимаю. Ну еле-еле мы, да, с горем пополам полторашечку тут дали. Это и то повезло. Могло ведь и не, вообще нисколько и не случиться. Поехали дальше. Я вообще вот, ну типа некоторые могут радоваться, мол, а однажды попадешь в бой, где у всех лагает, а у тебя нет, и ты тут настреляешь миллиард урона. Нафиг такое. Лучше нам что угодно сделать.